Первый урожай винограда зреет и в плодовом питомнике Заводоуковского городского округа. Грозди пока небольшие, но аграрии рады и этому. Начали энтузиасты с нескольких грядок. В планах увеличить плантацию до 30 гектаров. Сейчас высажены 4 сорта винограда, 2 из которых для виноделия. Для этого же здесь будут выращивать яблони. Ну, правда, первые плоды стоит ждать лишь спустя 3-4 года. Там у нас папира янтарная в основном. Вот это крупные такие плоды, они не красные, они более желто-зеленые, сочные. Сама знаю, у самой такие. Вот. Они у нас планируются на площади до 4 гектар. Ну, то есть вот вдоль дороги. Ну, как бы только на следующий год до 4 гектар. Потом, если урожай будет хороший, мы будем развивать это направление дальше. Выращивать здесь планируют также смородину, малину, жимолость и облепиху. Первые саженцы уже высадили.